Ну конечно. Ты еще это на разметке офигеть сейчас ездить. На ледышках всех этих. Я на своем по разметке стараюсь вообще не дергаться даже. Ну тогда. Вот как стал прямолинейный. Так пошел. А еще я вот сейчас заметил, если я его веду, ну а сейчас я не кружусь. Никогда. Ну у меня даже выше, видишь, по поставлен сейчас. У меня просто, видишь, вариант такой, это для комфорта больше, чем для скорости. Хотя он и жару может дать. Своими ногами можно жару дать. Ну аэродинамика не очень, конечно, из-за руля. Из-за... Не страшно. А вдруг? Но он не широкий, и нужно ниже его опускать. Тогда да, будет это так. Он... Просто если... Я просто в нижнем хвате, как будто я в верхнем сижу. Ну, то есть типа чуть-чуть присогнут. Не, ну нет, вот смотри, да. Представь-ка. Да не, большая разница, ну, я говорю. Посередине, ладно. Не достает до верхнего, но и не дотягивает до нижнего. Ну хочешь, я не знаю. Нет, это я. В принципе, если заднюю откинуть, то я думаю, типа через багажник отлезет. Это я откину. Не спеша. Ну понятное дело. Поменяется. А еще по ощущениям, по ощущениям. Ну хочешь на моем попробуй? Посмотри, насколько тебе это комфортнее на нем. Переворачиваться не пробовал? Я кашляю. Перцем? Как? Перцем. Чем? На слизистую. Ну перец. А. Чили. Он на слизистую тебя раздражает, у тебя... Слизистая перцем раздражает, у тебя из воздушных начинает она выделять, типа. Ну короче, это применяют, если у тебя попало что-то в горло. Ага. Она, ну не разжижает, но короче... Проще откашлянуться.
Либо вывести, если он там застрял. Сейчас налево там? Да я думаю, прямо можно. Просто еще желательно не только где дороги лучше, но еще и где машины. Ну там через машины я не поеду вот по такой. Так что я тебе предлагаю великом поменяться. Тебе будет гораздо проще просто ехать. Я сейчас пересяду на него, да. Я боюсь. Я даже не на ту видишь, нету еще, а? Ну, педали, зацепы с педалями. Ты по-другому фикс ощущаешь, когда у тебя есть там стрепы, либо туклипсы, либо контакты. А? Потому что так у тебя стабильности нет, ты как бы неуверенно себя чувствуешь. Хочешь, можем поменяться? Надо еще понять, какой у нас удобный сиденье. Господи, да я думаю одинаково. Представь велосипеды. Ну, не совсем. Чуть повыше. Давай попробуем. Ну, я думаю, ты потихоньку доехать ты сможешь. А ты? Сейчас. Блин, а у тебя передача совсем не та. Ну конечно. А, ты тормозок посетил? Смысл ненормальный. Блин, вообще непривычно. Ух, ё-моё, Коля, не. Я стоя не смогу ехать. Да, сейчас не седло. Ну высоко слишком. Стоя не сможешь ехать? Не. Поднять или что? Я боюсь, я и так считаю непривычно на контакты. Фу, на этих какой. Без контактов, на фиксе, еще и стоя, ну нафиг. Высоковато. И тебе высоковато мучиться будешь. Ну, поехали аккуратно. Туда? Да, да. Будем просто аккуратно медленно ехать. Тормозить, я чуть-чуть
Это да. Гоняйся. Хрена, вот я, едь, едь левее. Нет, не будем гонять грязно, да его надо. Thank you.
Почему? Можешь? Там я вот понимаю, что все. Нам налево нужно. А, блин. Поехали налево. Ну так меньше ноги мокну. Петроградка, Петроградка.
Собаченко, йоу, народ. Любовь с собаченками. Каково это жить около телевизионной башни, интересно. Дом прям рядом. 30 метров.
один шедевр искусства, творения Пашеньки писателя. Всякие Пашеньки. Дороги, башенки, башенки, дороги, фиксы, фиксы, башенки, дороги. Вот так и живем, так и живем. На фиксах катают, представляешь? На фиксах люди катают зимой. Вау, как громко. Вау. Вау, неровно. Вау. Точило. Точило, йоу. Чего? Страшно. Страшно ехать. Страшно. Ковырк, 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 ковырк. Гробные микстурки.
кругом кака, да? Да. Они начинают прокатить, прям передний колесом ногами. Светофорчики всякие. Страшно, страшно. Согласен? Я говорю, страшно ехать. Очень. Очень. Нам прямо, а потом налево. Там поворот на путепровод. Мостик будет. Просто на него нужно будет. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Но если мы знаем, мы не знаем, что это такое. Да. Вау! Вау, дрифтеры поехали. Ташку выворачивает. Вау! Ого! Ого, тачка едет. Впереди точила. Снег пошел. О! Я теперь понял, что меня напрягает. Снег. Снег в бошку попал. Что делать? Что делать? Ох ты ж, как страшно. Ох ты ж. Вау. 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 Там заканчивается страшно. Яму сейчас не улетел. Писец какой-то нахер. Страшно, страшно. Вдруг решил поправил. Пешком на переход. Страшно. Вот как по такому ездить-то? Как? Вот как. Ужасы. А блин, снег пошел. Что такое? Опять будет снежно. Снег кругом. Повсюду снег. Валит снег. Вау, попытка сесть на велик. Ну-ка. Оп, поехал. Что, ты так поедешь? Вот так едешь. В пределах каких? Ну, я бы по дороге поехал. Да, конечно, по дороге, я просто промахнул. И фотки! Хорошо. Thank you.
уже страшно ехать. Страшно. Вау, смотрите. Наворачивают. Вау. Вау. Вот это фривил. Вот это фристайл. Фристайловский курьер. Вот это то, что надо. Неровность, бах. Стрёмненько. Стрёмненько. Ебать, нахуй копать. Чуть не влетел, блин, на дорогу. Не видно, а там пупырка была. Наехал. Ай, нехорошо. Что там с другом? Где он там? Что-то едет вроде. Найс тема, вау. Сколько снежочек-то. Это еще по дороге. А что там на тротуаре делается? Я прям боюсь представить. Блин, там КамАЗ едет. Надеюсь, он меня не задавит. Увидит. Страшно. Вот что это такое? А там сейчас стыки пойдут еще сбоку. На леди небось 100%. Ай, стык первый. Налить, 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 только что было, жесть. Вот он такой налить, изи прям. Изи улететь сразу. Еще один стык. Опа. Кашмала пошла. Ом-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Реально страшно. Зимой страшно. Это что у меня 28-е? А вдруг и 25-е. Фикс. Без тормозов. Ужас. Ужас. Я зато в бахилах еду. Одел бахилы на обувь и еду. И кайфушка. Вы себе не представляете. Ой, стык. А-а-а. Нет. Кашка мала опять какая-то. Непонятно, что под ней. За что хочешь, может быть. Гвозди, тараканы, пиво.
снег еще такой, прям в глаза, толстенький налипает. Я даже друг не знаю где там, не видно, потерялся, товарищ. Еду просто сам себе, вот, люки рассматриваю, дорогу. Еще один люк вместе с наледышками. Страшно вот на такой люк наезжать. Это ж сразу кляды глотует. Тачка еще сбоку едет. Хорошо, что дороги почищены вот тут местами. Тротуарник, я боюсь там вообще не проехать, на слипах, на фиксях. Ой, люк наехал. Ну ничего, 70 секунд с плюсом. Подожду пока друга. А, он тут, кстати, сзади едет, не спеша. 63 секунды. Снежок повалил, да? Так нормально. Снежок повалил, говорю. Ужас. Ну, снежок. Заметет опять все. Ну да. Это все бегло со своей лопатой. Ну да. Ну так красиво, конечно. Красиво. Ничего не скажешь. Узко только. Узко и страшно. Ты даже не знаешь, что тебе по дороге попадется. Ребята, площадь мужества, двигаются гражданки. Академическая скоро. Еще один из районов Питера снежный. 31 января. Напоминаю сегодня. 2022 года, Россия. Город Санкт-Петербург. Между площадью мужества и академической. Двигаемся по Гражданскому проспекту в сторону академической. Фух, на фиксе. Друг тоже на фиксе. Едет уверенно сзади. Я еду не спеша. Че? Да, кашку надо. Кашу, говорит, кушает по дороге. Волшебную белую снежную кашку. Ам-ам-ням-ням-ням. Вкусно. Ам-ням-ням-ням-ням. Снежочек. Ну как, ты доволен? Я тебя понял. Едем дальше. Потихонечку едем, едем. Едем, едем.
Вот ездит кто-нибудь в такую погоду на фиксах, на велике? Ну тут что, тут температура, правда, не холодная. И снег убрал. Что жаловаться, едет велик, как тут нормально все вроде. Проблем нет. Едется. Как бы норм. Мне вообще по кайфу, даже снег не мешает. Ветерочек такой, конечно, стрёмненький. Да на дорогу приходится посматривать, потому что ты их знаешь, что сейчас выскочит ямка, разметка, наледень там какой-нибудь, еще что-нибудь. А так прям, ну нормально. Почти по расслабону. Почти по-фиксерски. По-питерски. Зимний фиксинг по-питерски. Это чисто питерская разборка между фиксами и зимой. Между фиксами и снегом. Вообще по кайфу. После баньки прям вообще идет классно, идет хорошо, идет прям как по снегу, прям как плаваешь в снегу, селедка в бочке. Не знаю, что так народ не любит на великах кататься. Шикарная погода. Это как прогулка, только чуть дальше. И по дорогам. Чуть-чуть экстрима. И на велике. Пока-то бегает же в такую погоду. Даже вон на великах, смотрите, курьеры, чуваки, как бы. Ну вообще найс. Найс тема. Найс. Вот на таком можно и улететь. Я слезаю. И тебе советую слезать. Тут просто лед под снегом и стрёмно ехать. Нормально. Мне кажется, на лыжах практичнее сейчас добраться до дома. У тебя есть цеплялка для велика? Нет. Ну давай вместе, может, скрепим? Я не знаю. Внутрь зайдем. А, ну окей. Велосипед не такая уж и... Здесь, конечно, он поедет. Я научился блокировать высоко. О! Гололед, правда. Ну, это тоже нормально. Ну, это не считается. С 7 до 23. Макдак. Или ты что-то еще хочешь, я не знаю. Макдак. Ну, может, прицепим вон к решетке. Ну, все. Смотрим. Пускай нет. Что там заносить-то? Куда ты хочешь занести? Внутрь. Хрен знает, но не знаю, ну что. Ну типа прицепим и все. Мы же недолго или что? Думаешь? У меня нервы не железные. Ну да. Блин. Ну ладно. Понесли, что поделать.